научное открытие. Ну, о здоровье, наверное, что-то. С онкологией, что нас больше всего беспокоит. Ну, в космос полететь, наверное. На Марс, там, на другие планеты. Ну, развивать дальше. Территории новые осваивать. В принципе, вот это самое главное. Думаю, в космос всем надо. СПИДа, вот такое лекарство придумали от СПИДа. Или какое-то еще неизлечимое. Ну, чтобы в будущем не было болезней. Пускай машину времени, что ли, изобретут. Из области космоса, например. Ну, еще, наверное, медицина уместна. Тоже для здоровья. Лекарство от рака. Ну, холодный синтез. Неиссякаемый источник энергии должен быть. Все.